За многолетний труд героя соцтруда Аминат Исалову поздравили с Днем Героев Отечества. Начала работать Исалова в 13 лет дояркой. За успехи в развитии животноводства, увеличение производства мяса, молочных продуктов и шерсти в 1996 году была удостоена высшей награды. В ее послужном списке работы в самых разных сферах. Неизменным оставалось ответственное отношение к труду. В коллективах Аминат уважали за трудолюбие, честность и отзывчивость. Поздравления от имени руководителя региона передал постпред в Северном территориальном округе Сагит Паша Умаханов. Ездим, поздравляем наших заслуженных людей, которые имеют заслуги перед республикой и перед страной.